Так, всем привет, доброе утро, кому день и ночь и так далее. В общем, короткое видео будет, очень короткое. В общем, смотрите. Знаешь, что первый сразу попадает за глаза, это вот эти крылышки под Red Bull. А? Ну да, и шестихвост вот такая там. Значит, так, смотрите, 10 тысяч купонов, очень странно, но я обязательно их должен слить. Так, значит, у меня тут, короче, 3300 с чем-то очков. Да, не скрою, что я еще, конечно, донатил 6 тысяч там очков брал, но я хотел все равно брать мешки. Сет как-нибудь, в один день я заберу. То есть, получается, я вытащил, бла-бла-бла-бла, 9 мешков золота, и это мне где-то в голову, где-то 7 тысяч голды. Значит, здесь, так, одну штуку что-то взял, и что-то мне выпало, уже не помню что. Так, значит, по голде у меня сейчас 56 тысяч, короче, 60к как выйдут, там, подожду 4 дня, может даже с инвестициями подвезет, возьму их сразу, а может даже через, ну, последний день, ну, не знаю, посмотрим, как карты ляжут. Так, значит, быстро отсюда я взял 2 куска шторма. Два куска шторма, короче, взял и натянул я его на Мадорбита. Вот, на Мадорбита натянул. Это мне дает что? Это мне дает 40 тысяч, да, 40% защиты от травм. Здесь бух почил мне дает 30 и ветер духа 25. Итоги, вот, смотрите, 242, короче, защиты от травм, да. Да. Дальше, то, что раньше у него здесь стояло, короче, я перетянул сюда на Индрашеру, ну, хоть ему там что-то поставить, короче, рейтинг урона, вот, вот так сейчас пока стоит. Так, седьмой хэтрик пока в ренкошмоте, бедвежка тоже в ренкошмоте, буду сейчас вот это потихоньку лапать. Ну, цена ДМ вообще как была в изначальном, это, с этим бога почил, так оно и есть. Окей. Так, значит, что еще я сделал, как я предыдущий говорил, я вытащил, что, вытащил 2 куска священных перчаток и, бля-бля-бля, и кольцо вот священное. Да, это мне дает средств атаки на 30, в общем, неплохо. А не, вот, да, я переставил сюда, короче, стояло здесь, я поставил на ГГ. Так, дальше что показать? Да, в принципе, нечего показывать. Вроде бы и так все ясно, то есть... То есть по голде у меня 56 тысяч. Коты, короче, выходят уже завтра. Вот. В общем, нормально, посмотрим. Значит, по мощи у меня вот 23,9 лям. С помощью этих крылок от крылышек, которые мне дали что-то в буст. По 400 там тысяч БП. И вот ПВП мощь, как вот видите, 28 лимонов. Да, 28 лермонтов. Так, окей. Значит, в стиралке, значит, тоже быстро так сейчас посмотрим. Посмотрите, 300 совсем дружно тракториста, 700, 3000, благодаря Симоше, который в 5 утра мне написал, я скотина проснулся и вытащил каким-то рандоном 3000, я охренел. Ну вот, и сегодня буквально недавно, вот вытащил 1200 купошек. А, отлично, Мадива, отлично. Так, что еще показать? Значит, сейчас тоже вот быстренько покажу здесь в зверьке, что тут происходит вообще, что с чем, короче. Короче, мать вашу, короче. Так, здесь вот 20 левел. Придерживаюсь старенького плана прокачать до 21 левела и забить, положить просто большой и толстый на вот это все. Короче, докачать до скилла, а потом, да, придется будет копить вот эти вот шарики синие, чтобы прокачать вот эти вот ништячки. Ну и да, и свитки тоже будут собираться, я их буду вот так вот тапать. Может, надеюсь на L-крит, может, гляди побыстренько зверька. Ну, в принципе, все, да? Короче, сегодня ночью стрима не будет, потому что у меня сейчас стоит моя по контракту... Короче, по документам у меня стоит... моя асимметрия 33, так что стримить в принципе будет невозможно, хотя может быть что-то и улучшится. Ну, не знаю, но одно... Ну, как сказать, короче... Не, стримить не буду. И хочу потом вот это сидеть, перезапускать по 1000 раз. Ну, в общем, так вот. Чё?
Спасибо, что уделили 5 минут своей жизни, посмотрели этот видосик, подписали или поставили лайк или дизлайк. И, в общем, все на ваше усмотрение. Всем спасибо, все свободны!